Спланируй свой путь еще до выбора профессии. В современном мире подготовка к серьезному шагу начинается уже с детского сада, когда перед ребенком стоит простейшая задача – пока лишь узнать, кем можно стать в будущем. Про кого рассказывали? Про психолога. Ты хочешь быть психологом? Нет. Ребенку или подростку сложно выбрать профессию. Он не понимает, как выбрать одну и навсегда, и можно ли играть несколько ролей одновременно. Ведь получить даже одно образование после общего среднего кажется чем-то чрезвычайно трудным. А без него не будет хорошей работы, а значит и денег. Во всяком случае, так размышляют наши родители. Часто именно высокая зарплата затмевает прочие критерии выбора. На сегодняшний день соискатель выбирает работодателя. И если говорить о потребности рынка труда, то вот в последний, наверное, год она у нас кардинально не меняется. У нас 10,8 тысяч безработных официально зарегистрированных и 23 тысячи вакансий, заявленных работодателями Алтайского края. Официальная статистика на конец марта. Уровень безработицы достиг рекордно низких показателей. В столице края на 12 тысяч вакансий всего около 1000 официально зарегистрированных безработных. При этом они не желают откликаться на предложение. А кадровый голод? Его наличие сегодня признают во всех областях и по всей стране. Эксперты объясняют, он возник из-за того, что предложения рынка не соответствуют спросу. Сегодня же карьера немножко трансформируется, и понятие карьеры – это уже не вертикаль, когда я иду по ступенькам и поднимаюсь к какой-то должности. Сегодня карьера – это некий процесс, когда я ищу себя, когда я развиваюсь, самореализуюсь, когда я самораскрываюсь. Да? То есть, и вот этот вот шаг очень важен. Современные специалисты не только должны, но и сами выбирают постоянно повышать квалификацию и быть готовым к новым форматам работы. Помимо привычной иерархии, в коллективе создаются специальные микрогруппы для развития отдельных проектов. Дополнять свою профессию, видоизменять свою профессию в течение всей жизни нужно, да, то есть вот я до сих пор учусь так же, как и все, наверное, я считаю это очень хорошо, потому что на самом деле понимать, чего тебе не хватает, и понимать, какие знания тебе нужны, это вот как раз самореализация в профессии. Психологи в сфере карьеры утверждают, чтобы в итоге добиться цели найти свое, нужно пробовать новое, постоянно сверяясь с самоощущением себя в профессии. Вместе с тем, для того, чтобы закрыть свободные вакансии рынка труда в нашем регионе, необходимо сократить разрыв между предложением и спросом, чтобы не потерять рабочие силы региона. Хотя по официальной статистике причин для беспокойств нет. Миграционные потоки, и это мы тоже отмечаем, они у нас значительно снижены. И по некоторым позициям, например, по молодежи, мы видим даже положительное сальдо. То есть сегодня в регион людей молодого трудоспособного возраста, несовершеннолетних, прибывает больше, чем уезжает в трудоспособном возрасте. Это очень хорошая тенденция. Незанятое трудоспособное население сталкивается с внутренним конфликтом. Взять, что дают, или искать лучшее. При том, что возможностей переучиваться и пробовать новую профессию сегодня больше, чем пару десятилетий назад, в обществе до сих пор жив стереотип. Нужно найти свое место раз и навсегда. Это тормозит человека не только в выборе профессии, но и в стремлении попробовать изменить свою жизнь. А ведь такая возможность есть. Главное знать, чего хочешь. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. Специально для телеканала «Толк».